Мир полон тайн и загадок. В этот раз речь пойдет об очередной такой загадке. Эта история произошла в Нью-Йорке, увы, точное место съемок неизвестно. Судя по дате на представленной записи, дело происходит 29 января 2017 года, около 11 часов вечера. Все началось с того, что каждую ночь собака на кого-то лаяла. Мужчина многократно выходил на улицу, чтобы проверить, на кого лает его собака. Но так ничего и не заметил. Странно то, что пес находился в сильном возбуждении. Он явно кого-то чувствовал. Но хозяин, сколько ни пытался, так и не смог поймать этого шутника, который явно дразнил его пса, тем самым мешая спать по ночам. Пришло время поставить точку в этом вопросе, и он решил установить камеру наблюдения. Каково же было его удивление, когда он стал просматривать сделанные записи? Можно хорошо разглядеть появляющуюся в левой части экрана и перемещающуюся по снегу темную фигуру с белыми глазами. Фигура выглядит похожей на человека, но двигается совершенно не по-человечески, неестественно, а потом и вовсе исчезает, словно становясь невидимкой или уходя в иное измерение. С правой стороны от существа можно увидеть движущийся луч фонарика. Это на улицу вышел сам хозяин дома, которого в очередной раз поднял лай его собаки. К сожалению, не говорится о том, увидел ли хозяин дома что-то, когда вышел на улицу и ходил там с фонариком. Возможно, он рассмотрел это странное существо лишь позже, на видеозаписи с камеры наблюдения. Мнения видевших это, как обычно, разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что на видео, скорее всего, заснят обычный человек, а странности его движения и исчезновения – это эффект смазанности из-за ошибки съемки камеры. Мол, такие ошибки на камерах наблюдения – не редкость. Другие говорят, что существо, похожее на пришельца, но даже если это не оно, то все равно это нечто выглядит очень странно и пугающе. Интересно, остались ли на снегу следы этого существа? Но это так и осталось без ответа. Вот что говорят видевшие эти кадры люди. Кажется, что он исчезает, когда на него начинает падать свет от фонарика. Это заставляет задуматься о том, что он стал невидимым и потом делал что-то еще. Это и правда похоже на пришельца, который использует стелс-технологию, чтобы стать невидимкой. Но что бы это ни было, оно унесло с собой свои тайны. Напишите, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания. Пока!